Новый хозяин, да? Да, какое ваше дело, что мы тут будем строить? Вот, я говорю, ну как это, какое наше дело? Тут, говорю, зона подтопления, никуда. Вот до этого дома на лодках ездили. Новый хозяин, да? Да, какое ваше дело, что мы тут будем строить? Вот, я говорю, ну как это, какое наше дело? Тут, говорю, зона подтопления, никуда. Вот до этого дома на лодках ездили. А когда вот в 2010-м я здесь купила, в 2013-м тут тоже спускали этот... Воду. Воду. И тоже все было затоплено. Плотину, когда спустили, вообще все было затоплено. Стоит напрямую. Как они, я не знаю, прямо по участку шуруют. Прямо по участку. Даже мы не пробили газовую трубу. Здравствуйте! Это в администрации? ПТЖС, да, просто жители волнуются, можете пояснить, объяснить, да, что тут происходит? Вы собственник, да, получается? Ну, ставлю забор на своем участке. А вы что-то здесь планируете? Пока нет. Как-то нет? Ну, потом решу. Для какой цели вы приобрели там участок? Садить буду, картошку можно взять. Картошку. Ну, не под ИЖС, или земля все-таки ИЖС у вас, по документам как проходит? ИЖС. ИЖС. Да. ИЖС, откуда он доступ? Конечно. Вы нам объясните, пожалуйста, только одно. 20 метров удерживает береговая линия? Да, конечно. Можете заверить. Да. Прибрежная зона. Да. Пожалуйста. Все. Ну и мы сейчас находимся с вами, так скажем, вы купили эти участки на прибрежной зоне, правильно я понимаю? А вы в курсе статья 65-го водоохранная прибрежная зона защитная? 20 метров есть от забора, мерите? Нет, от 20 просто, до 50 прибрежная зона. Разрешено строительство какое-либо? Наверное. И даже землю пахать. Ну, пока говорят, строятся. Ребят, да, это уже отдельная история, участки ИЖС. Понимаете, вы в будущем просто столкнетесь с тем, что вы построите и вас заставят снести. Ну, когда придет вопрос, будем сносить. Если вдруг построим. А может и не построим. Может и не построим. Вы в курсе, что здесь еще магистральная труба? Мы в курсе. Газовая труба у вас? 10 метров. Обременение это есть какое-то? Мы все знаем, что есть здесь труба газовая, которая питает город Дегтярск. Это мы все в курсе. Хорошо. А обременение-то вам как? Как вам вообще продали участок? 10 метров до трубы. Приезжали грузовики. Все нам тут сказали. Все подписали, да? То есть разрешение. Все нормально, да. У вас есть документы на разрешение, да, строительство? Все есть. Потому что проверять-то будут. Да ради бога. Проверять? Не в нашу. Проверять. До 22-го года аренда у нее. Ну значит, все равно закончилось. Это не имеет значения. Сейчас аренды нету. Данные участки мы купили у физлица. На Авито, да? Да, на Авито было объявление, мы купили за Авито. То есть не у города? Нет, мы купили у физлица. Ну, частные лица. Данные участки были еще 2 года назад по нашим как бы, данным размежеванным. То есть он 2 года уже ими владел, мы вот у него купили в этом году. Поэтому тут как бы это... Люди садили на его участок, люди. Но пользовались, незаконно. Пользовались его землей, вот картошку садили вот люди на его участке. Просто что вам нужно? Пояснение. Люди, люди беспокоятся, что здесь какие-то строения пока появятся. Пока мы поставим забор, потом будем думать. Беспокоятся то, что на магистральной трубе газовой. Да, пускай не беспокоятся, ничего не будет строить. Стройки не будет? Стройки на... прибрежной зоне? На прибрежной зоне и на магистральной трубе не будет. Не будет. Нет, да? Не будет. А где будет? Так нигде, может, не будет. Может, мы забор просто поставим и будем здесь чай пить. Ну под лудой и смотреть.